сильный свет, там и тень. Спасибо, спасибо. Добро пожаловать. Ой, дай бог здоровья. Добро пожаловать. Не утруждайтесь, ничего. Махпратхон, это... Ой-ой-ой, осторожнее, не надо, не утруждайтесь. Высохнет же быстро, не надо. Мы сейчас только со скатерти с угощением встали. Это моя соседка. Ее зовут Барчиной. Да. У нее есть Рамзидин, один-единственный внук. Такой порядочный, умный, работающий, разумный, находчивый. Он такой хороший. Вот этого ее внука надо женить, поэтому она мне сказала о своем недуге. Вот. Вот тогда я сразу сказала, что у меня есть одна знакомая. Зовут Махпратхон. Вчера вышла ко мне и сказала: подруга, мне нужна хорошая девушка. Тогда я сразу вспомнила о вас. Только о вас говорю. Да, это так. Спасибо, спасибо. О, будьте здоровы. Чем занимается будущий жених? Рамзидин сам занимается компьютером. Очень любит технику. Да, да, очень. Недавно... по льготному направлению, еще заполнил свои знания в России. Сейчас он начал новую работу. Кроме того, несмотря на это, он всегда занимается чем-то. Кроме того, несмотря на мои возражения, доставкой по заказу оказывает услуги жителям. Вот так. Да, Махпратхон. Махпратхон. Есть же одна пословица. Одному мужику 40 профессий мало. Да, я слышала, Вот так. Вот эта пословица посвящена только для Рамзидина. Вот знаете, Бог-свидетель, вас не обидим. Да, конечно. Дай Бог. Сестренка, мы можем увидеться с вашей дочерью? Моя дочь сегодня на работе. Ой-ой. В следующий раз, когда приедете, я ее предупрежду обязательно. Хорошо? Если вы согласны. Ладно. Хорошо. Ну и что будем делать тогда? Да-да. Приходим, уходим, придем, уйдем. Ничего. До свадьбы. Приходите, еще наши двери всегда для вас открыты. Мы всегда рады вам, поэтому можете приходить. Пусть в вашем доме будет радость. Когда вы можете нам ответить? Когда отец приедет с работы, посоветуемся. А после дадим знать вам о нашем решении. Хорошо? Ой, Махпратхон, пожалуйста. Ладно, конечно. От вас хотим услышать. Только положительный ответ. Да, конечно. Не заставьте меня стыдиться. Дай Бог. Сообщите мне только хорошие новости. Хорошо. Хорошо? Только хорошие, да. Ладно? Дай Бог. Теперь разрешите нам идти, а то мы засидели здесь уже. Ой, я чай допью. Все. Даст Бог, мы от вас ждем хороших новостей. Если их судьба вместе, значит, благословите. Аминь. Аминь. Слава Богу, пусть поскорее будет свадьба, и пусть... Да, аминь. Карнай звучит так громко. Аминь. Аминь, Аллаху Акбар. Дай Бог. Добро пожаловать. Вы тоже, приходите, не стесняйтесь. Еще. Приходите к нам, хорошо? Хорошо, даст Бог. Обязательно. Мы же с вами старые знакомые. Хорошо, спасибо. Ладно. Приходите еще. До свидания. Еще. Ой, моя хорошая... Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, слушаю вас. Проходите, садитесь. Вы кем являетесь? Я заместитель директора этой организации. Да. Я вас слушаю. Что вам нужно? Я вас не знаю столько лет. Столько лет сотрудничаю с этой организацией. Вас ни разу не видела, оказывается. Да, я здесь недавно устроилась. Руководитель вышел по делам.
Поэтому сижу вместо него. Ну, я вас слушаю. Я мать руководителя этой компании. Ой. Это самое. Здравствуйте. Мы поздоровались. Здравствуйте, матушка. А, Сардор, здравствуй, сынок. Добро пожаловать. Как ты? Хорошо. Как твое самочувствие? Как вы сами? Все нормально? Как идут в компании дела? Да, да. Да, стараемся. Хорошо, хорошо. А вы почему тут стоите? Садитесь на свое место. Я... На место Мухаббат только вы достойны. Анора, почему вы так стоите? Принесите чай, быстрее. Да. Сардор? Да, слушаю. Кто эта девушка? Шахриор взял на работу. Какая у нее должность? По правде говоря, я тоже не знаю. Не выходит с этой комнаты, вертится вокруг Шахриора. Наверное, вот и это ее должность. А, ладно. Это оставим. Шахриор ночью не пришел домой. На звонки... Не отвечает. На мои звонки. Я волнуюсь, я... Не отвечает на мои вопросы. Да не волнуйтесь, все нормально. Это обычное дело. Мы привыкли. Это для нас не новость. Привыкли? Значит, и вправду. Положение серьезное. Все надо поставить на место. Да, матушка. По-моему, все дела вы должны взять под свой контроль. Ладно, об этом потом. Ну ладно. Тетя! Тетя! Ой, заходите. Здравствуйте, как вы? Здравствуйте. Меня узнаете? В прошлый раз, разыскивая своего друга, пришел к вам. Да, вспомнила. Заходите, спасибо. Проходите. Я сейчас. Нет-нет, не обязательно. Нет-нет, ничего, сидите. Как вы, тетя? Слава Богу. Не устаете? Да, спасибо. Как вы сами? Вы сами меня узнали? Здравствуйте, тетя, как вы? Здравствуйте. Можно к вам? Да, можно. Заходите. Спасибо. Проходите, садитесь. Как ваше здоровье? Идемте. Нет, спасибо. Я... Знаете, я... Ищу своего друга, Сардора. Давно не видел его. Мне дали этот адрес. Вы друга нашли своего? Нет, пока не нашел. Сегодня тоже искал друга и пришел на эту улицу. Мимо проходя, вспомнил о вас. Хотел увидеть вас. Ну, хорошо сделали. А, извините, можно спросить? В прошлый раз никого не было возле вас. Вы были одни. Где ваши дети? Не видно их? Да. Я одинокая. Живу одна. У вас всегда дверь открыта? Не боитесь? Ведь вы одна. Да нет. Чего мне бояться-то? Много лет тому назад я
потеряла своего сына. Я жду его с открытой дверью, надеясь, прихода своего сына обратно. Я тоже знал одного ребенка. Он тоже ждал свою маму. 20 лет тому назад его оставили в детском доме. Тогда ему было 4 года. Его глаза были похожи на глаза своей мамы. Вот столько лет прошло, он стал искать своих родителей. Он каждый день читал роман «Минувшие дни». В этом романе автор сравнивает глаза героини Кумущ с глазами матери. Она очень красивая, на лице ее родинка такая. Но у этого мальчика все воображения провалились. На самом деле его мать оказывается бессердечная. Я тот мальчик, которого вы ждете. Достон! Сыночек! Сыночек! Сынок! Я умер после того, как вы меня оставили. Не говори так, сынок! Не говори так, сыночек! Раньше я представлял свою мать как ангела. Сынок! Сыночек! Наконец-то я тебя нашла, сынок! А когда нашел ее, узнав о ней все, все превратилось наоборот. Не говори так, Достон. Стой! Стой, сынок, вернись назад! Arzularim umrindan uzun Asilerge koller bergeysen Yolsuzlarge yoller bergeysen Her nakasını kolley bergeysen Seni yakşı desinler uçun Kunilatun Сыночек, не оставляй меня. Ошкор болгайлар. Буньотларинг абгор болгайлар. Сендан охир безор болгайлар. Мехирларинг хаддан ошкан кун. Дил берганинг соз бермагайди. Jon berganing tuz bermagaydi Yo'q mo'jiza yuz bermagaydi Tegirmonga aylanar o'chun soyalarga kuning qolgaydi Yorug'lik Tan qo'rqaning uchun ko'nilatun ko'nilatun С электроэнергией, с водоснабжения, с газа. Все в долгу. Может, продать телефон?
Ой, Ази, если спросишь у Бога, Бог даст, говорила. Господи, сам помилуй, а. Ази? О, сестра. Это ты? Да, да, я. Наконец-то. Как вы сидите? Пришла. Как ты? Ой, моя пухленькая. Я так соскучилась. М? Ази? Mm-hmm. Ты что, немного похудела? Ой, сестра, спасибо. Вы меня обрадовали. Только вечером встречаемся с тобой. Не говорите. Как вы сами? Да, Ази. Ази, я не успела приготовить ужин. Недавно купила лапшу. Приготовить? Нет-нет, сестра, только не лапшу. Почему? Почему-то тошнит от лапши. Я ем эту лапшу 2-3 дня. А. Извини, не знала. Да, ничего, ничего. Ладно. Сегодня приходили с электросети. Задолжали мы, поэтому нужно все оплатить. Мы долго не платили уже. Все выключили. И к тому же сегодня не дали мне заработок. Что будем делать теперь? Почему не дали заработку? Да ладно, брось. Все хорошо. Ладно, сестра. Вот. Что это? Ази? Откуда денег ты столько взяла? Бог дал, сестра. Точно? Да. Ты не заняла ни у кого? Нет, сестра. Наши родители нас учили зарабатывать честные деньги. Не волнуйтесь, хорошо? Ази, ты словно ангел. Хорошо, что ты есть, Ази. Ази? Ты сегодня выглядишь как-то по-другому. Просто глаза светятся. С сегодняшнего дня глаза будут такими радостными. Вот так. Ладно, Ази. Слава Богу. Сейчас я сама что-нибудь приготовлю, хорошо? Ладно. Спасибо тебе. Спасибо. Что тебе надо? Почему пришел? Сначала надо поздороваться. До сих пор не понимаю, почему я тебе пригодился. Столько времени мы с тобой в ссоре и даже не думаем о перемирии. Я думал, тебя время излечит, но ты даже не подумал об этом. Тебе так нравится приносить вред людям, да? Я не понимаю. Ты что, меня хочешь перевоспитать? Не учи меня жить. А тех, кто стоит на моем пути, я сам... буду наказывать. Понятно? Я тебе сожалею. Но только прошу тебя, молодых, которые только начинают свою жизнь, не превращай в пустоту. Твои эти действия когда-нибудь всплывут, и тебе же будет хуже. Запомни, запомни мои слова. Не волнуйся так. Если что-то случится со мной, я заберу тебя с собой. Ведь мы неразлучные друзья. Ты одного не забывай, мой друг. Твои ученики, тобой давно забытый Дастон и Надыр,
очень тебя ждут на чеку. Ты сколько ни старайся сломать меня, делаешь себе же хуже. Ты учти, молодые быстро рассредоточатся. Их легко можно приманить, направить куда хочешь. Но молодым, которых ты погубил, я постараюсь направить на верный путь. И я клянусь перед тобой, я сделаю это. Я думаю, тебе давно пора приземлиться, мой друг. Всему свое время. Сидя с тобой впустую, трачу свое драгоценное время. Абу Сулейманович, это вы? Что вы здесь делаете? Вы знаете, Самира, я хотел с вами поговорить. Хорошо, о чем? Вы считаете меня своим другом, но не любите. А на работе я для вас как начальник. Я вас замучил. Я это понимаю. Абу Сулейманович, вы знаете... Самира, прошу вас, послушайте меня. Шахри, что с тобой? Почему в душе так неспокойно? То, что я вам скажу, понравится ли вам или нет, я не знаю. Но я должен вам это сказать. Уехав, не попрощавшись с вами, я не могу. Что? Когда? Это обязательно? Я же знаю, что к ней больше не вернусь. Почему я ревную? Теперь она не моя. Сюда вы больше не вернетесь, что ли? Будьте уверены в себе. Никогда не ошибайтесь в жизни. Вы добьетесь очень многого. Благодарю вас. Доброго пути. Горю изнутри. Предаваясь любви, я теряю самого себя. Кизнасан угей дуньяда, гах шадан, гах да махзун, холе балан, аю хавасни, арзу лари, умри да нузун. Asilerge koller bergeysen, yolsuzlerge yoller bergeysen,
har nokasni qo'llay bergansan seni yaxshi desinlar uchun ko'nilatun ko'nilatun asrorlari. Почему люди играют с чувствами? Почему, заслужив твою любовь, неожиданно бросают тебя? Одно ясно, сердце не выдержит таких игр любви. Bermagaydim yo'q mo'jiza yuz bermagaydim tegirmonga aylanar o'chun soyalarga kuning qolgaydi yorug'likdan qo'rqaning uchun ko'nilatun yomon qulsan, yomonga bording yovla omon, omonga bording do'st izlab to'rt tomonga bording istamading Robbingni nechun yuz yil yasha to'ydim demassan baxtamini tuydim demassan bilmassan birodar bilmassan dunyo asli bor yo'g'i bir kun ko'nilatun ko'nilatun dil berganing so'z bermagaydir jon berganing tuz bermagaydir yo'q mo'jiza yuz bermagaydir tegirmonga aylanar ochun soyalarga kuning qolgaydir yorug'likdan qo'rqaning uchun ko'nilatun ko'nilatun на пути к любимой я запутался в своем пути. Самира, прости меня. Я вынужден был. Кече тем яхше, бугун и сайому. Колдым морозатта, айдоман дегуму. Атрофым бахичким, холмады карасам. Энди білмам, кайси йорге ярасам. Адаш беттым, чаркеш беттым. Хайотни миндан бір тусоғыге түштым. Энди кайси манзар, мен үчін доғры йор. Кече шотон едім, бугун и сахам. Кенеге бугун хайр олса, хайот озу шунақа. Бугун үші сан фалан, эрдеге сапасын. Нам сенге құрбоны.